Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Уткарш, процветающий под властью Пейкона, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает север лучше. Ты должен встретиться с ними. Ты сбежал из тюрьмы? Скарабкался по стене? Ты что, человек, паукообразная обезьяна? Они ждут тебя внизу. Аджай, спасибо, мы снова с золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный... Пейкон! Чудный дом. Нет! Просто... Моя семья! Ой, а это... Волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они — само гостеприимство. Примут любого.
Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли и не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Мин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, тебя убьют! Я за Бейкена. Сабал, вижу Бейкена. Я преследую его. Что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. Вижу Гейла. Огонь не прекращать. Бейкен? Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет.